гитары, снова влюбленные пары бродят по улице юности моей. Как всегда, выпускникам хочется пожелать сделать хороший выбор своего будущего пути. Он всегда бывает непростым, но чтобы им обязательно в жизни повезло. Они нашли себя, нашли свою дорогу, и все мечты их, конечно же, осуществились. Сложно с ребятами прощаться? Ну, конечно, сложно, потому что 11 лет – это все-таки долгий срок, и все друг к другу привыкают, срастаются душой, да. И, конечно, расставаться всегда грустно, несмотря даже на то, что, может быть, было где-то тяжело. Самое запоминающее в школе – это был не какой-то определенный момент, а именно атмосфера, которая здесь царила. Все друзья, одноклассники и просто люди, которые находились в школе, с которыми подружились, нашли общий язык, которые создали вокруг меня эту атмосферу. Я очень рада, что оказалась именно в этой школе, потому что именно тут я нашла своих родственных душ.